Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. И сегодня я буду учить тебе играть ту песню, которая популярна на данный момент в ТикТоке. Все ее по-разному называют. Кто-то покойник, кто-то подоконник, кто-то бракованный дуэт, кто-то сделал тебе больно. Но вы по-любому слышали эту песню, поэтому сегодня я научу тебя играть Лерочка и вот один из этих вариантов названий, которые вы только что услышали. Я уже чувствую, что после этого разбора ты захочешь приобрести себе первую, а может быть просто новую укулеле? Тогда музыкальный магазин Skiff Music точно для тебя. Там можно найти огромный выбор укулеле и другие инструменты на любой вкус и кошелек. А по промокоду Даша Кирпич действует скидка аж 5% на любой заказ. Но это еще не все, ведь каждый месяц ребята из Skiff Music разыгрывают гитару! Гитару Карл! Правила конкурса и вся подробная информация будет по ссылке в описании. А теперь бери укулеле в руки и погнали учиться! И вот как она у тебя будет выглядеть. Каждый, кто сделал тебе больно, покойник, укрою тебя пледом, посажу на подоконник, залезу под свитер в самое сердце. Ты холодный Питер, но в тебе можно согреться. Каждый шрамом на запястье остался, я убью всех тех, кто посмел тебя касаться. Мятые простыни отключили свет, мы друг для друга созданы, бракованный дуэт. Чай на столе, жаль, что не ты. Очень жаль. А теперь погнали учиться играть. Разбор на укулеле. Песня простецкая. На 4 базовых аккордах играется, как раз с них сейчас и начнем. Первый аккорд аккорда М. Зажимаем с вами вторую струну на первом ладу, а четвертую и третью на втором. Далее с этой конструкции мы убираем безымянный пальчик с третьей струны. И у нас получается аккорд Фа. Следующий аккорд аккорд С. Зажимаем первую струну на третьем ладу. И последний аккорд аккорд G. Зажимаем с вами первую и третью струну на втором ладу, а вторую струну на третьем. Вот и все. То есть давайте получается у нас ДМ, ФА, С и G. Эти аккорды у нас играются в этой же последовательности от начала до конца песни. Теперь давай разберем бой, что мы делаем в правой руке. В оригинале мы играем с вами восьмерку. По-другому это вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Ее мы будем играть один раз на один аккорд. Кому сложно играть восьмерку, вы можете взять совершенно любой бой, который вы умеете играть. Ту же самую, например, пятерку. По-другому это вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Тогда мы ее с вами будем играть два раза на один аккорд. Получится... Каждый, кто сделал тебе больно, покойник, укрою тебя бедным, посажу на подоконник. Как вариант, можете взять ту же самую шестерку. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Один раз на один аккорд. И ту же самую четверку, два удара вниз. То есть, какой бой вы умеете играть, как у вас хорошо получается, при этом вы еще можете петь на этот бой, тот и берите. Но в оригинале у нас восьмерка. То есть, это вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Я не совсем могу говорить, что это прям полная песня, потому что тут как бы есть 2,5 куплета, но вот мы их как раз и разберем. Давайте садим с первым куплетиком. Каждый, кто сделал тебе больно, покойник, укрою тебя пледом, посажу на подоконник, залезу под свитер в самое сердце. Ты холодный Питер, но тебе можно согреться. Так. Дальше у нас есть с вами куплетик. Каждый шрам на запястье остался, я убью всех тех, кто посмел тебя касаться. Мятые простыни отключили свет, мы друг для друга созданы, бракованный дуэт. Там дальше у нас есть как бы третий куплет. Так вот, наполовину этого третьего куплета мы сыграем тот же самый бой, который выбрали. А на последние три строчки мы возьмем просто по удару вниз на один аккорд. Сейчас все покажу, поймешь. То есть получается... Чай на столе, жаль, что не ты. Я прижму тебя к себе, чтоб не боялась темноты. Чай на столе, жаль, что не ты. Как-то так.
Давай теперь все это соберем от начала до конца, что у нас получается. И... Каждый, кто сделал тебе больно, покойник, укрою тебя пледом, посажу на подоконник, зарезу на свитер в самое сердце. Ты холодный Питер, но тебе нужно согреться. Каждый шрам на запястье остался. Я убью всех тех, кто посмел тебя касаться. Мятые простыни отключили свет. Мы друг для друга созданы, бракованный дуэт. Чай на столе, жаль, что не ты. Я прижму тебя к себе, чтоб не боялась темноты. Чай на столе, жаль, что не ты. И если у тебя возникли вопросы, или ты просто не понял, какой момент, что как играть, то обязательно посмотри по тайм-коду еще раз, или напиши в комментариях, я постараюсь на это все ответить. Если тебе понравился данный разбор, то обязательно поставь свой лайк, напиши в комментариях, какую следующую песню или мелодию мне разобрать, и, возможно, в следующий раз мы будем учить именно твою хотелку, кто знает. Также, если ты хочешь, чтобы я увидела все твои труды и старания, то все очень просто. Учишь любую песню и мелодию с моих разборов, выкладываешь к себе в Инстаграм с пометкой Даша Кирпич, чтобы ко мне пришли все оповещения, и тогда я тебе дам обратную связь. А если ты хочешь поддержать мои труды и старания в финансовом плане, то ты можешь купить у меня сборничек или открытки. Ну а также просто задонать любую сумму на Донаталерс или на Бусти. Вот как делают все эти ребята. Спасибо им огромное за это. Взамен им получают клевые ништяки и весь раздаточный материал. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока. ...5% на любой заказ. Аккуратно, зайчик. Не надо этого делать. Не надо, зайчик, не надо. Ну, туда же мы сегодня будем попадать или чё? Да.